Доброго дня всем. Да-да, и снова я. И снова здравствуйте. Ну, то есть, почитал вчера комментарии, проскинул мозгами, как говорится, и принял какое-никакое решение. То есть, мне интересно было высказывание по поводу того, что все-таки лучше сделать все разные. То есть, какое-то количество евро лезвие, какое-то количество японского типа и какое-то количество клинов. Но так как это крайне неудобно и крайне чревато последствиями, поэтому я вот завел так, 4 штуки с евро. То есть, больше всего было за евро голосов, как бы так вот. И 4 штуки осталось. Вот 4 остальные штуки буду делать, значит, уже или японского типа, или там в смешку клины будут еще. И еще не факт, что они будут с оправами. Потому что тоже, основываясь на том, что вы говорили, поэтому, может быть, даже к остальным будут сделаны ручки накладные и без оправ на подставках, как-то так вот что-то. Вот. Особо спешить не буду, буду больше так вот как бы раздуманно все это двигать. А на данный момент вот только что закалил, вот только что прям такие вот варианты. Видите, что я сделал с хвостами, то есть оккультурил. Ну да, художник из меня, конечно, еще раз подтверждается, никакой. Клейма, кстати, использовал дедовские, которые мне еще дед делал в те времена. Они дольше всего держатся, хотя тоже сминаются. Но получше китайских, прям так, прям получше. Вот, давайте поближе рассмотрим, что у нас там выходит. Вот такой хвост. 8 это, кстати, означает, что у 8 сталь. А это год выпуска 19-й. Ну что делать, если клеем вот такие вот, просто у меня остались. Где побольше, где поменьше, поэтому цифры разные. И вот с таким вот хвостом. Элегантно, в принципе, да? Так, я, конечно, не знаю, как все это будет выглядеть с оправами, но мне кажется, будет нормально. Вот так вот подзаузил. Подпальцевые, наверное, не буду делать, скорее всего. Тут они неуместны будут. Лучше сделаю, как это, тоже евро. Насечку. Пока они вот так вот. Они далеки еще до бритв. Но задумка тут уже специально так заряжена. Как говорится, все под вогнутость. Вогнутость что-то такое ближе к 1-2. Там уже по ходу посмотрим, что им ближе будет, этим бритовкам. Вот такие вот хвосты. То есть длина осталась прежней, но форма изменена. Вот так вот. Оправы пока опять раздумывал. И все же прикупил коричневого. Как вот красноватым таким оттенком. Вот вы видали, наверное, предыдущие бритвы там были из акрила. Вот такого же акрила прикупил. А, что я тут говорю? Вот у меня под рукой лежит обрезок. Вот такого акрила подкупил. Хочу из него ваять. Ну, там уже видно будет, там куда, в какую сторону отрулится все это дело. Вот. Но не знаю, как вот, к примеру, вот спросите меня, вот взял бы я такую бритву или нет? Я отвечу бы «да». Почему я так отвечу? Потому что у меня была комиссори дамасская. Была, жила-была, и все было мне с ней хорошо. Я к ней так привык, что даже когда брал в руки складную опаску обыкновенную, такую классику, то мне реально было неудобно и уже непривычно. Я просто реально отвыкал. В чем было неудобство? Да в том, что вот короткое лезвие, оно
маневренные. Если лицо не круглое, такое вот, ну, не кругленной формы лица, то вот этот вариант удобнее. Это без, просто бесспорно. То есть привычка вот этого хвата, как подлазить, то есть и везде тут вертеться, то есть вот если вы однорукий, а что скорее всего в большинстве случаев, то опять же комиссоре в этом случае выигрыши, вот. Но так как тут будет оправа, тут уже опять же, не знаю, какая-то универсальность, что ли, я не знаю, получается. И в чем плюс? Ну, подставка — это здорово. Шкатулка — здорово. А складная, мне кажется, это проще простого. Просто взял, сложил. Вот все. Все, как бы, вопрос решен. Ну, как бы, плюсов немного вот в этом. Но они есть. Это более привычнее, более просто, более элементарно, как бы вот так вот. Ладно, посмотрим. Сделаем, посмотрим, что да как, да? А там уже порешаем, что нам дальше производить. Вот. Да, у меня часто спрашивают полосы кожаные, широкие, длинные полосы. То есть приходится говорить вот так навскидку, наобум. По бритам все вроде бы. И вот, то есть приходится как-то вот так вот, ни да, ни нет, не знаю сколько примерно, как-то так. И поэтому я сейчас беру несколько полос, самых широких прям полос, самых длинных полос, примерно там где-то метр длины у этой кожи. Вот, вот эта черная кожа. Я ее не стал шлифовать, там одна сторона просто ровная, другая вот такая шершавая. И как бы просто кусок кожи. То есть то, что вот пользуется спросом, то и вывешу на сайте. То есть это будет как бы вот момент такой, можно назвать его «сделай сам». То есть там из этого ремня можно сделать любой ремень, любой длины, шлифануть его, не шлифовать. То есть как бы ширина тоже можете подрезать, если вам широкий ремень, например, покажется. Вот, все это легко режется этим ножом, таким, например, вот как строительным такой, он такой вот с трещоткой выдвигается вот так. Как-то, я не знаю, как он называется правильно, у которого еще кончики этот лезвия сламываются, он режет за счет того легко кожу, то, что у него тоненькое лезвие такое. Все, уже решено, уже уложил вот в сумку, все, уже беру. Фоткать, конечно, не получится такой размер полноценно, но там в описании будет все показано, какие размеры. Дальше. Часто очень спрашивают у меня по мазки, которых у меня вообще нет на складе. Но с помазками я не знаю, как быть. То есть я поищу, конечно. Может, есть какие-то там оптовые там варианты, допустим, где можно по оптовой цене взять помазков тех же самых, там мыло даже в баночках, там, может, где-то оптом найду. Не обещаю, конечно, но я попробую это найти, потому что иногда вот человек берет и хочет сразу, то есть комплект, особенно если это только начало пользования опаской, то там желательно, естественно, в одном месте, как говорится, не бегать вот туда, к Ваньке, к Маньке, там, и у того это взял, у того другое, а в одном месте хочется взять сразу мыло, ремень, вот, кто с пастой хочет пасту, там же бритву, тут же все как бы вот в одном. Но по сути это все уже. То есть, вот борды часто у меня выдергиваются. Так, ну, на борды они под пасту в основном. То есть там реально прям много пасты наносится. И для полировки кромки, для прикатывания, да, борды уходят. Но с бордами тут не проблемно. Я их соберу сколько нужно. Все зависит от того, сколько на складе еще там будет оставаться, там по одной штучке, я начну еще собирать. Ну, а пока все. Больше новостей нет. На этом до свидания. Пусть коротко, пусть как бы вот так вот мало что показал, рассказал, но то, что вот имеем, о том и говорю. До встречи.
Встретимся в Ютубе. Пока.